think they, especially they always send very quickly the guarantee of insurance, no? No, I don't think so. You still need to wait a guarantee of payment. I'm not sure they will send a guarantee of payment as soon as possible. Yeah. Say hi to my followers. Hi. Hey! Is it Instagram? It is Instagram, I have yes. Instagram too. Yeah, Hello. Hey really? guys, what's Is it up? are you Chinese? Yeah, I'm Chinese. But Chinese Yeah. doesn't use the Instagram especially. We have VPN. Ah, you have a VPN. Yeah, me too. Yeah. Okay. All right, I'm waiting. Yeah, So, okay. thank Yeah, you. please Oh, for wait. umbrella, don't be worried. It's okay, it's Okay, okay. yeah. Thank you. Приветики, всем приветики. Я опять в госпитале. Я не знаю, что со мной, девочки, это какой-то кошмар. Значит, выписали преднизон, что ли? В общем, мне так было хорошо от этих таблеток. Как только, ну, выписали всего на 2 дня. Как только они у меня закончились, мне опять стало плохо. Представляете? Сейчас приехала умолять, я говорю, выпишите мне хотя бы на 7 дней, потому что на 2 дня, ну, не может быть такое лечение. Приветики, Мариночка. Из Израиля, как здоровечки. Вот-вот сижу в госпитале, вот так вот здоровечка, что-то совсем никак, не знаю. А вот от этого преднизон, по-моему, называются по таблетке. Вот от них мне было так хорошо, девочки. Я была такая работоспособная 2 дня. Мне было прям, я ничего не чувствовала, ни головокружения, ни головной боли, ничего не закладывала. Как только они закончились, опять все по новой, опять все по новой. Вот, приеду, буду разбираться. Может, с гормонами что-то не так, гормональную, может, надо будет пить, потому что преднизон. Кстати, мне кажется, гормональные таблетки, по-моему. Ну, не дай бог, меня разнесет. Вот вообще, так боюсь гормональных пить. Вот. Что никакие таблетки от похудения мне не помогут потом. Все болезни от нервов. Ага. Подождите, я сейчас зашла, мне страховка, мне кажется, выставили уже гарантию, они мне что-то написали. Сейчас выйду отсюда. Выпала из этого. Ну, наверное, плохая связь. Очень плохая связь видно. Ой, вообще ничего не вижу. Представьте себе, совсем не могу видеть. Салам, хана, салам. О, видимо, получше вот. Все, давайте задавайте вопросики, я вам буду отвечать. Сейчас как лучше тебе. Ну вот сейчас сижу и жду, вот должны принять меня. Уже отправили гарантийное письмо со страховкой, с компанией, страховая компания, которую я страхую. Привет из Греции. Греция, привет, привет, привет. Здоровья тебе, Ирина Назарова. Ирина Назарова, спасибо вам огромное, моя хорошая. Спасибо. Назаров – это еврейская фамилия, значит, Израиль. Здрасте, Марина. Как здоровье? Вот, ну, не очень, Романова. Что-то совсем приболела опять. Вот перестала пить таблетки. Вот всего на 2 дня дали какие-то таблетки. Преднизон, что ли? Не забыла уже название. А вот. В общем, как только они закончились, и мне опять стало плохо. Не знаю, почему. Вот это тот же аккаунт, да, тот же аккаунт, конечно. Отоблю. Да.
Как там у нас погодка ужасная. 2 дня очень обильные дожди. Прям омерзительно. Погода просто ужасная, ужасная. В Москве намного лучше сейчас находиться, чем здесь. Сезон дождей здесь. Здесь очень хорошо сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, супер. Но вот весна, это вообще весна-лето здесь вообще омерзительное. Ни солнца нет, и только дожди, 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 дожди. Тата впрямую выходит, что-то не вижу ее, редко выходит почему-то тачка, не знаю. А вы сейчас где, в какой стране? Я в Китае. В России, наверное, очень рано, поэтому никого нет. Китай надолго. Ну, я хочу скоро прилететь, уже потихонечку уже собираю чемоданы. Hello, check out, please, the guarantee, because they already sent me the message. They sent to you the guarantee. Please, I have no time to, so do it, please, more quickly. Yeah? Please, please, please. Если преднизолон, да, преднизолон, да, пьете, это очень сильные гормоны. Боже мой, а что делать, Марина? Ну, хотя бы 7 дней мне надо пропить, мне так хорошо с ними прям. Господи, я так хорошо себя чувствовала от них. Марина, почему вы такая грустная? Потому что болею, и мне так, не дай бог, вот если мне придется сесть на эти гормоны, то я так боюсь их, так боюсь, я так переживаю. Прямо вот вообще я почувствовала разницу, когда я пила вот эти вот 2 дня, этот преднизолон, или как это называется, господи, преднизолон, да. А вот, вот пока я их пила, мне было, ну, я была очень работоспособна, прям чувствовала себя очень хорошо. А как только их не стало, опять мне вот, ну, и усталость такая, и вообще не очень хорошо себя стала опять чувствовать, и не знаю теперь, что делать, не знаю, и мне сегодня Зора сказала, что, ну, 7 дней попринимаю, посмотрю, что дальше будет. Есть не буду, прям вот вообще не буду, буду очень себя держать в руках, посмотрим, но от гормональных я знаю, что это очень. Не на шутку может разнести меня. У меня что-то закончилась зарядка. Сейчас я подключу. У меня есть Powerbank с собой. Ужас какой-то. Да что ж делать-то? Марина, кто вы по нации? Я грузинка. Бабушка еврейка, мамина мама. Доброе утро, не грустите. Вы очень хороший, светлый человек. Счастья вам и все у вас. И вашей себе будет хорошо. Дай Бог. Спасибо вам большое. И вам мира, и добра, и радости, и счастья, и богатства, и всего-всего-всего. Как там Бетечка? Ой, накупила всего-всего, Бетечке надо будет уже ехать, уже все. А, хорошо, Бетечка, слава Богу. Счастливая была. Да,
Так, сейчас новое поколение препаратов, от которых не разносит, но лучше их не пить. Ой, скорее мне надо ехать в Россию, приехать к доктору и прям вот с этим вопросом решить. Теперь я поняла, что от гормонов мне хорошо. Значит, а не пить как? Болеть тоже не хочется. Привет из Кубани, прекрасно выглядите, спасибо вам большое, Марина. А почему вы игнорируете постоянно вопрос о Зоре? Вы же на нее работаете, это не ваш личный бизнес. На какую Зору я работаю? Нет, конечно, на Зору я не работаю. Я Зору просто обучила, потому что она, ей 65 лет, и так получилось, что... ну, уже все, ей делают, уже ей нельзя будет продолжать работать в Эсмутскуле, то есть она уже на пенсию уходит. И она хотела, она сказала, что же делать-то, Марина, дальше как мне жить, вот просто так жить не хочется, может быть, я открою какую-нибудь там гостиницу в этом, как его, на Бали или еще что-то. А вот я говорю, ну вот, что я умею, я могу тебя научить. У нее есть очень хорошие подружки, значит, во Франции, в Марокко, которые, ну, очень состоятельные. Я говорю, ну вот сделай себе пейдж, я говорю, и где-то я все, эти фабрики, со всеми я познакомлю тебя, потому что сколько лет уже с ними работаю. У меня же были магазины в Пекине, она была раньше моей клиенткой. А вот, и с того и подружились, то есть она очень много брала у меня. Ну вот, и она тоже начала заниматься потихонечку этим бизнесом, что когда она уже уйдет на пенсию, у нее тоже будет эта работа, как бы, вот она будет так же работать, как я работаю сейчас. Но у нее еще есть, вот она хочет еще открыть гостиницу на Бали. А вот она для себя маленькое бунгало сделать и несколько бунгало сделать для того, чтобы сдавать. То есть она еще вот так хочет вот жить каким-то образом, вот таким вот, Зорита моя. Но дело в том, что совсем недавно ей сказали, что ей сделают грин-карту. У нее очень хороший босс, она очень ее любит, эта китаянка. А вот, и может быть, ей не придется пока уезжать. Посмотрим. В общем, у нее осталось всего 1.5 года. Через 1.5 года по закону она должна уйти на пенсию. Марина, не грустите, приезжайте в Москву. Приеду, скоро приеду, а мне вот назначили гормоны. Привет из Тюмени, привет, Тюмень. Да-да-да. Так. А этот вопрос мне первый раз задали, Марина, почему вы игнорируете? Первый раз мне такой вопрос задали, как я могу работать на Зору. Зара работает в школе, вообще ее работа Smart School. Вот вчера она меня наняли, они меня вчера наняли, вот эта школа меня как эксперт наняли, они мне заплатили. Это другой вопрос, это вообще другая работа. Мой бизнес это вообще другая работа. Они меня как эксперту заплатили вчера 6000 юаней, да. И, ну, я вчера вот работала, извините меня, смотреть вот на этих всех и всех это все, все показы, вот, студентов было 21 человек, выпускников. И вот все эти 21 человек представляли свою коллекцию, вот, с чем их выпускают. И вот их надо было судить. Представьте себе, вот, как это... когда вот не нравится вообще ничего и что писать, не знаешь, ой, ужас, вчера тут такой не очень хороший день у меня был, если честно. Расскажите про Бетти. Бетечка, что ей про ней рассказывать? Сейчас счастлива, довольна. Мне бы так, как Бетти. Все ее любят. Что про нее еще расскажешь? Заговорила уже, заболтала. Марина Тестанина, доброе утро, как ваши дела? Прекрасно. Ну, в госпитале опять, как всегда. Как, Тарочка и Бечка, как ваши девочки? Замечательно, все хорошо. Ренаточка, моя красавица, забыла скинуть. Сегодня скину, все, сегодня. Все, я сейчас запишу, прямо вот сделаю заметку, чтобы я тебе скинула эту бумажку. Забыла скинуть, моя хорошая, прости меня.
Прости, вчера очень сложный был день. Целый день была в этот узоре на работе. Вот. Работала вчера экспертом. Вот. А сегодня опять в госпитале сижу. Вот плохо мне что-то совсем. Домой пришла, отрубилась. Мне было совсем нехорошо вчера. Что-то всю энергию у меня вчера выпили эти студенты. Вот. Так. И опять все прекратилось. Никого нет или нету плохого. Ох, надо долго, блин, жду, это ужас какой-то. Наверное, что по нашему вопросу. Пока еще вашим вопросом я займусь послезавтра. Да, послезавтра у меня очень, я очень занята, очень занята. Hello. Darling, hello. They already sent you the letter of guarantee. Yeah. So, what? Why I wait that much? You know, because your guarantee of the payment is from the insurance company. So it's all. They already sent to you. They sent me message. Yeah, I understand. So. But the workmates just checking out. Please do it more quickly, because I'm so hurried, really. Yeah, I have to go. Yeah, okay, thank you very much. I'm waiting for the... It's better, you know, because our doctor, just for the patients outside right now, so maybe you need to visit the doctor at 2 p.m. 2 p.m.? Yeah, around 2 p.m. like this, yeah. No, it will be Dr. Su or someone yeah, else? Yeah, Dr. Su. Okay, if not Dr. Su, no problem. And if doctor is okay. For me, any doctor is okay, no problem. Because I know what I want. Yeah, but the doctor says I need 2 p.m. here. So please, 1 second, because right now... So what time is now? Just 1:20. 1:20? Yeah. Oh my God, it's too much to wait for. Oh my God. Счастья вам, окей, спасибо большое. Так, до двух надо ждать. I'm not happy at all. Вы сидите в госпитале, решили проверить свое здоровье. Нет, я свое здоровье, конечно, спасибо большое, свое здоровье уже проверила. Дело в том, что мне надо, чтобы они прописали мне больше таблеток. А таблетки, которые можно на улице купить, конечно, я их купила, но в аптеке, я имею в виду. А вот этот преднизон, или как это, господи, не выговорить его не могу, название этих таблеток, его невозможно в аптеке купить, надо только у них. Угу. Вот 40 минут надо будет ждать доктора, к сожалению. Угу. Преднизолин. Вот я выговорить не могу его, этот преднизолин, но от них мне прям так хорошо вот стало, когда я их начала принимать. Это просто вот я хочу это ощущение. Прям так вот в таком ощущении хочу жить. Вот. Как только они закончились, у меня опять все какая-то депрессия, какое-то вот, вообще все заложило опять, голова болит, становлюсь очень лизи, как сказать, ленивой, прям ленивая. А с ними прям прет, бегу, работаю. Мошенник взял, 1 миллион из кассы немного. Получил 3 года тюрьмы. Зачем все он? Его деньги от слезы обманутых акционеров.
при чем тут это? Я тут при чем? От них же поправляются. Боже мой, очень боюсь. Ну, опять же, ну, болеть не хочу. Почему так долго вы без записи приехали? Да, без записи приехала, да. Я должна была вчера, а вчера, естественно, меня никто бы не отпустил, потому что они мне заплатили, я даже и не заикнулась, естественно. А вот, мне было неудобно. И написала страховой компании, что я сегодня утром только приеду. И они должны были решить мне этот вопрос. Вот, а они ничего не решили. Они даже гарантийное письмо, оказывается, не отправили. Только что отправили мне. Они письмо теперь есть, теперь доктора нет. Вот. Не состыковка. У вас, наверное, изменение гормонального фона. Может быть. А чего вам их назначили? Ну, не знаю, я чувствовала очень плохо себя, дышать не могла. Прямо вот здесь вот все. Очень плохое настроение. Все вот, ну, очень тяжело просто что-то делать. Вот, как вам сказать? Как будто какая-то лень, как будто во мне вот... Как будто постоянно болею, вот какая-то вот такая состояние, вот не могу объяснить, как, что за это состояние, но она вообще ненормальная. Вот и я пожаловалась, и они мне выписали именно вот эти таблетки. На 2 дня всего. 2 дня пропила, мне так хорошо стало. Ну как дела, Беточка, та-та, у вас... Щитовидка, у меня все хорошо, я на щитовидку сдавала анализы. Все хорошо. Какое у нас женское здоровье, очень хрупкое. Берегите себя, спасибо вам. Марина, это климакс, миритесь. Так, у меня нет климакса, пока. Все нормально у меня пока. Может быть, начнется, конечно, у всего свое время в жизни, естественно, Марина. А вы не то пьете, я напишу вам в директ. Ваш диагноз очень знаком. Я долго искала причину, глотала кучу лекарств, а потом меня познакомили с одним доктором, и все окей. Ой, напишите мне, моя хорошая, напишите. Значит, точно климакс. Может быть. Может быть, это климакс точно. Но все, старею, девочки, старею, наверное, все. Ну, вроде пока все нормально. Даже уже день в день, час в час, как бы вот вообще ничего не меняется, как вот все хорошо. Так, Марина, скажу очень грубо, но я считаю, что вам нужен очень хороший секс. Ой, господи, успокойтесь. Может, можно... растительными гормонами обойтись так намного легче, без набора веса. Сейчас, пока я в Китае попью эти таблетки, примерно 7 дней я попью, не больше. А потом приеду в Россию и обязательно приму вот эту вот месседж Рената к сведению. Прям очень. Если можно избежать чего-то вот очень такого сильного, то, конечно, я буду избегать этого всего. Но ощущение, вот хочу пребывать именно в том ощущении, в котором я пробыла вот эти 2 дня. Прям вот. Вот вчера их у меня не было, уже вчера не принимала, сегодня уже мне, ну, совсем нехорошо. Скажите, что ссора с Таней, она в эфире не очень хорошо отзывается от вас. Ой, она вообще всю жизнь про меня плохо отзывается теперь. Мне вообще... Ну, ей плохо от чего-то, ей прямо в ее прет против меня. Так, если это, от этого она получает наслаждение, допустим. Я, знаете, я защитила себя, вот у меня вот вообще... полная защита, она вот это вот все, как горох об стену, вот горох кинул в стену, к тебе вернулась, горох кинул в стену и тебе вернулась, это все будет к ней возвращаться, потому что мне от этого только смешно, вот. Mm.
Так, у меня такое было, упадок сил, слабость, начала задыхаться. Да, 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 да. Не в прямом смысле слова. Да, да, да. А стало не хватать воздуха, да, как будто сдыхалась. Прошла в больницу и сказали, что это нервы. На нервах это все это пропила. Все, я поняла. Может быть, да, сейчас вот действительно не все было просто. Вот это последнее время и с Сашей, и это Таня, и это вот эта Ника Кошка, и все это вот какая-то в месиво в эту попала. Наверное, в это месиво надо было мне попасть, чтобы принять, в конце концов, для себя какие-то правильные решения. Я только им благодарна за это, за все. Тешат свое себя, пусть говорят про меня, Господи, вообще мне уже на это, на все. Главное, что у меня есть свое любимое дело, занимаюсь. Главное, чтобы у меня еще здоровье было. Спасибо, Господи, спасибо, спасибо, дай, Господи, здоровье. Так, это успокойтесь, как это успокойтесь, если нет. Романова, какая вы омерзительная, вы прям омерзительный человек. Я в одном месте прочитала, мне прислали мои подписчики, где вы пишете Саше в комментах, вы просто омерзительнейший человек. Вот, просто вот как вас земля просто носит, вот такую вот просто... Знаете, как говорят, молодежь говорит, Кончита. Вот Кончита. Очень не нравится это слово, как-то ужасно звучит, но вот это вот прям применимо к вам. Я сейчас заблокирую вас, чтобы вас вообще не было в моей жизни. Девочки, передайте Ковшиковой, что нахер она мне не убилась. Такое несет про меня. Про вас тоже, Князева. Это у нее вообще. А она еще пишет тем, которые мне в личку пишут, ну, которые ко мне хорошо относятся. Им она в личку начинает всем писать, про меня гадости всякие. Ой, ой, какая дура прям вообще, ужас какой-то. Физически и морально вымотаны. Может быть, да. Может быть. Я еще на проекте, конечно, очень много всего пережила. Я же очень эмоционально все очень близко к сердцу принимаю. И там, конечно, были моменты, когда я вообще очень-очень сильно много чего отрицательного пережила. Да. И дети меня доводили, и все вот это вот все. Так, а что с Александром, вы расстались или вместе? Проехали этот вопрос, я не хочу на нее отвечать. У меня только такое же состояние, даже больше, да, даже больничное взяла, да. Так, вы с Сашей расстались, проехали этот вопрос, я не отвечаю на него. Надо попробовать хорошие БАДы, чтобы обойтись без гормонов. Ренаточка, солнышко мое, попробую. Но сейчас мне нужны эти таблетки, прям пока я в Китае, мне что-то надо с собой, со своим здоровьем сделать. Я не могу прям. Не обращайте внимания. Это аллергия от капель, я избавилась. Капала теплую кипяченую воду. Вы очень красивая женщина. Добра вам всех, Влад. Спасибо вам большое. Что с Сашей вы расстались? Я не отвечаю на эти вопросы, потому что на них нет ответов. Публичными людьми вообще опасно быть. Публичными людьми вообще опасно быть. Да, страшно, да. Идите в церковь, может, она правда на вас порчу навела, с нее сбудется. А я уже много раз сходила в церковь, и я себя защищаю.
если она что-то делает, обязательно к ней вернется все. Все вернется, слово, дело, все вернется к ней. И что хорошего в этом доме? Два. Марина, держитесь. Ну, конечно, везде есть свои минусы и свои плюсы. Свои плюсы, конечно, у меня то, что у меня есть мои подписчики, люди, которые, с которыми я реально общаюсь, живая аудитория, нормальная, идет живое общение. И это мне было очень нужно, и я этого добилась. Чего что-то, были зарплаты хорошие там, вот. Конечно, свои плюсы тоже есть на доме 2, не без минусов. И, знаете, очень люблю китайскую поговорку. В грязи ничего плохого нет. Если мы хотим, то в грязи мы можем вырасти лотос. Самый красивый цветок, и самый такой священный здесь. Вот. Она растет только в грязи. Так что, смотря с какой стороны, посмотреть на грязь. Вот. Марина, держитесь, мы с вами. Спасибо вам большое. Таня сказала, расстались. Откуда Таня знает, господи? Таня еще тогда, когда мы еще в Тае вместе были, тогда тоже это говорила. Это просто ее мечты. Я об этом еще подумаю. У меня есть время подумать, надо мне это или не надо. То есть, так что, все. Все в моих руках, а не в Таниных болтовнях. Акклиматизация, у меня такое же было. Может, акклиматизация? Нет, это не акклиматизация, нет. Однозначно, может быть. Хотя она в Азии, вот именно вот так себя чувствую в Тае и в Китае. Вот в Тае и в Китае. У меня вот именно вот это вот. Вот. И дышит нос. Ничего, Мариночка, это еще и здесь сказывается. Часто менять место жительства, то Москва, то Китай, то Китая, да, организм сбой дал, может быть, тоже совершенно согласна с этим. Здоровья вам и счастья, вы очень классная, красивая женщина, добра вам и счастья, спасибо. Бабка поймала звезду, на самом деле там все не троллят, смеются над ней, ну это да, очень мне нравится таточка. И очень жалею, жалко ее. Не везет ей с мужчинами. Ну. Здрасте, Марина Александровна, Иришка. Привет, привет, привет. Главное, чтобы грязи не было в человеке. Да, однозначно. Ой, это так важно. Ой, это так важно. Вы так правильно сказали. Что главное, чтобы грязи не было в человеке. Вам поддержку от близкого человека, понимаете, о ком я. А, да. И копорили бы, как бабочка. Жаль, что некоторые этого не понимают. Ну, да. Ну, расстались и расстались. Раз Саша сказал, значит, расстались. Молитесь на здоровье вам и удачи. Спасибо вам большое. А сколько Беатрисе лет? У меня дочери 1 год и 11 месяцев. Беточке 1 год и 10 месяцев, по-моему, будет 8-го. Вот. 8-го. 8-го, да. А сколько у нас время? Ну, около... Скоро будет 2. Скоро будет 2. Господи, что же этот мужик-то не приходит? Доктор Су. Такой строгий доктор у нас. Доктор Су. Прям на 2 дня выписал мне всего таблеток. Ужас какой-то. Ой, господи, мне так холодно. Ужас. Смешные нет, у меня шикарные очки. Я прям обожаю эти очки, прям обожаю их. И линзы хорошие, и под солнцем хорошо вижу, прям не отсвечивает. И вообще, и форма очков мне нравится очень сильно.
Да, нет, мне очень жаль, что расстались, что вам так хорошо гости, вам какой диагноз поставили. Ему интереснее общение с Таней, ему дороже стало, чем, сказать, отношения. Так что пусть общается. Каждый человек должен выбирать то, что ему хочется. А если вы любите лекарства, то... Мишек нельзя. Я думаю, что пока плохо себя чувствую, я прекратила их пить. Я опять 2 дня пропила, и опять прекратила. Вот так нельзя, конечно, их пить. Вам очень идут эти очки. Я тоже считаю, мне они очень идут, и они вообще крутые, хорошие очки. Ну и зачем вы пишете ерунду? Никто не говорил о расставании. Ни он, ни она. Это дело только их двоих самых разберутся. Да, я вообще согласна, да. Как бы это может это провокация какая-то с вашей стороны, может, он сказал, а может и не сказал, не знаю. А насколько эффективны эти мишки? Очень эффективны. Очень эффективны, но видите, мое здоровье как-то не очень. Я пила 2 дня всего. Потом, как пришла вот к доктору, после этого прекратила пить. Так, с Сашей расстались. Ну, уже не отвечаю на этот вопрос, все не актуальный вопрос абсолютно. Очки у вас очень стильные, другим кажутся смешными. Раша дал деньги пану. Я не знаю про них ничего. Вы хорошая, справедливая. Спасибо вам. А как их заказать? Можете заказать через меня. 7500 они стоят. Вы выздоравливаете. Приветики, люди. Имеете что чувство так-то. Оставьте. Петлящие вопросы, что вы себе позволяете. Какой хороший результат дает и без вреда для здоровья? Ну, я не знаю. У меня вот, когда я принимаю их, ну, немножечко как подташнивает иногда. Мне хочется как будто... вроде вот, знаете, какое ощущение, что вот бы я бы сейчас, если бы поела, тошнота бы прошла. Ну, очень сильно есть... так вот, чтобы хотелось вот, чтобы... хотелось есть, такого нет. Просто... чувство тошноты дает мне знать о том, что мне надо сейчас что-то поесть. Вот что-то в этом роде. Даже. Мишки мочегонные, это опасно. Иногда наоборот мочегонные. Вот когда я, например, вот... ой, какой... мочегонные без мишек даже принимала. Сейчас я вам скажу. Триампур. Я принимаю иногда триампур, потому что после триампура у меня прям вот вообще, я сдуваю, Саш. Перепродажа китайской школы, сколько получается выручка, хотела бы как бы попробовать, да пробуйте, пишите мне в личку. Я, знаете, я очень люблю людей, которые деятельные, которые чего-то хотят делать в жизни. В этом ничего плохого нет. Некоторые, знаете, так ревностно к этому относятся. Так вот, ненавижу людей вот таких вот, которые, например, у нас вот, я видела у нас вот ведущие наши. Вот прям видно, как они друг друга ненавидят. Если кого-то новую взяли, как ее ненавидят, то что ж такое? У тебя своя работа, у нее свое, как бы всем хватит места в этой жизни. Какая же ж это низость, какая же ж это вот вообще малодушие. Как же ж я ненавижу малодушных людей. Вот. У всех, для всех есть работа, и всем хватит в жизни все. У каждого своя клиентура, у каждого свой зритель, у каждого... Чего ж уж до такой степени-то уже опускаться, вот такой вот жадность, вот откуда у людей, я даже не понимаю.
искренне желаю вам крепкого здоровья в бизнесе и личной жизни, развития в бизнесе. Спасибо вам большое, вам мира, добра, счастья и всего, что вы хотите в жизни. Спасибо, очень приятно. Мальчика, вы умница, красавица, к таким грязни липнет, не реагируете, возможно, немного в эфире не выходите, немного в эфир не выходите, чтобы вас не завидовали провокациям. Провокации, да, они меня прям немножечко выводят из себя, да. И вот разбираться в брендах мне это... Я вот здесь, чтобы научиться разбираться в брендах. Мне это... Да, ну это очень интересная работа, кстати, да. Это очень интересная работа. Вот. Ну, это, конечно, трудоемкая очень. Постоянно ты должна следить за пред-а-порте, постоянно ты должна смотреть, что происходит, какие тенденции, какая цветовая гамма, какие, что... Ну, в общем, там очень много работы, конечно, такой. Но, тем не менее, это прекрасно. Мне нравится очень это. Родина очень малодушная и завистливая. Ну, вот это вот не люблю я, вот не люблю. Не люблю, это ужасно. Ужасно просто. Какой бренд ваш любимый? Ой, мне очень нравится Хлоя. Очень нравится, очень люблю. Это мое прям все. Хлоя. Вот Deck & Why. Вроде такой не очень известный бренд, но очень люблю его. Прям люблю Deck & Why. Потом, а кто? Валентино, очень такое женственное, прям очень-очень люблю. Ну, Christian Dior — это кутюр. Раньше был, это не пред-а-порте, это всегда был кутюр, но вот последнее время как-то очень вот Кюри, да, Мария Кюри, которая вот новый дизайнер сейчас у них, она, конечно, очень изменила и сделала ее прям в casual, превратила очень много такой повседневную, в повседневную одежду превратила. Yes, of course. Yes, please have doctor? Patients in each here and okay, then I just okay. Yeah, bring to for the doctor. Doctor is here already? Yeah. I have to sign it, right? Yeah, and you know, because here have not your phone number or your email, so it's better to leave one here. Okay, I will do it after the doctor. Doctor, please. Oh, okay. Okay. So please so, remind me. Okay, bye-bye всем. Все, пошла я к доктору. Все, пока.